Я вновь всех приветствую на своем канале. И мой сегодняшний обзор будет посвящен моему заказу в магазине Green Mama с доставкой на базу выдачи в городе Угличе в Озон. Впервые у нас вот я делала так, чтобы доставка была в Озон. Видимо, недавно пункт открылся. Ну, на самом деле, этот пункт выдачи Озона у нас давно. Я там периодически, если что-то в Озоне заказываю, то получаю. И вот тут получилось, что при оформлении я вдруг увидела, что у нас есть доставка. Называлась она курьером, на самом деле не курьером, забираешь на базе выдачи. И она на несколько дешевле, чем почта. Почта сейчас стоит 300 рублей. Мне обошлась доставка курьером, то бишь на базу выдачи, 265 рублей. А в следующий мой заказ доставка обошлась будет. Вообще, ну, в принципе, я уже оплатила, но он еще пока только сегодня отправился к нам в город, обошлась она мне в 218 рублей. В общем, как я поняла, что минимальная доставка это 218 в Угличе, и дальше уже растет вплоть до 300 с чем-то, в зависимости от веса посылки. Получилось так, что у меня остался бонус за красоту, срок его уже этой акции истекает, и сегодня, вчера буквально он закончился. Плюс у меня еще там какие-то бонусы оказались, это уже как раз на второй заказ. Но на тот момент у меня был бонус за красоту. Можно было выбрать два подарка за заказ, если летнюю косметику заказать. И плюс была скидка на один гель, который мне очень нравится. Ну, я решила сделать заказ, плюс у меня еще подружка попросила заказать для своей мамы пенку для ванночек, для ног. Ну и как обычно, мне все пришло в пакетиках, и я сейчас сделаю вам обзор. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. Ну, а если не интересно, то жмите или не жмите, и аривидерчи. В общем, как обычно, вот пакетик завязан. Вообще, на самом деле, это все пришло в коробке, но при вскрытии там девушка сначала достала бумажку, где перечислено от самой Green Mama, что я купила и сколько заплатила, а потом вторую бумажку ей надо было, где перечислено исключительно от Озон, что это такое и куда оно идет. И получилось, что коробочку она мне немножко порвала, и вследствие чего дала совершенно халявный пакетик, куда это все сложила. Как я поняла, коробочки, что на почту, точно так же обклеена там лентой Green Mama, что на базу выдачи одинаково идут. Я-то думала, там просто какая-нибудь обычная будет коробочка серенькая. И с наклеечкой там туда-то, туда-то, да? Чего я тут? А, да, кстати, платье на мне. Вон тут эти бусинки, не знаю, видно, не видно. Я, конечно, его без пояса, и да, я его не гладила, потому что я вообще сегодня очень много проделала, так сказать, прошла пешком довольно приличное расстояние, и пришла, и уже настолько уставшая, что совсем забыла, что принесла с собой этот заказ Green Mama, и что надо бы как-то сделать обзор. Тем более, что я обещала засняться в платье. Но я думаю, мне простят мой этот такой слегка долбоевизм, что я тут его не погладила. В общем, как обычно, средства Green Mama, они, если вот такого подобного дозатора, они запакованы скотчиком. Это у нас тонизирующий гель для душа, апельсинный имбирь. Очень вкусный гель, бодрящий, летом, в любое время года. Если вообще чувствуется и апельсин, очень хорошо. И, наверное, имбирь. Я не очень помню, как имбирь пахнет, но первый раз я, когда его пользовала, мне немножко он оттолкнул запах, потому что был не совсем апельсиновый. Я что-то так была уверена, что там вот апельсин-апельсин. В общем, сделан он в марте этого года и сроком годности до апреля 2018-го. Если кому вдруг интересен состав, мы сегодня с Женькой как раз, если вдруг она меня увидит, Женька, привет, обсуждали, вот я как раз с левого берега топала пешочком, ну, не то чтобы час, но меньше, конечно, может, около 40 минут, но довольно приличное такое расстояние, уставший Лёлик шел, в общем, попала на автобусный обед. Вода деминерализированная, содиум какой-то там. В общем, может быть, раньше у Green Mama была такая качественная, Я не говорю, что они там совсем изменились, но как-то у них все-таки, мне кажется, раньше было больше вот этой натуральности этих эфирных масел и прочего, Здесь же у нас всякая химия вначале идет, после воды. И только потом апельсиновое масло, масло имбиря, масло корицы. Кстати, помечено звездочкой, продукт растительного происхождения. Ну и вот это мне иногда бывает с них смешно, с этой Green Mama. К примеру, ну как может быть апельсиновое масло нерастительного происхождения?
Не знаю, может, у них просто когда вот такое видишь, то всегда начинаешь задумываться, ага, если тут написано растительного происхождения, то на самом деле половина из того, что тут есть, химия, химия, химия. Парабены. Обычно у них парабены под звездочкой идут, и они потом раньше на форуме с ними вечно там воевали некоторые девочки, мальчики, писавшие, вот, у вас тут химии нет, а на самом деле парабены нет. Вот, знаете, там в ягодах, допустим, брусники есть парабены, то все 5-10, это растительный продукт. Ну, в этот раз у нас парабены не знаю какие. Без звездочки, значит, не растительные. Содиум хлорид, содиум гидроксид, чего-то еще такое химическое и вообще какое-то не пойми что. Ну, мне читать, откровенно говоря, это лень. Если моя камера уловит, то, возможно, вы это узрите. Вот такой вот гель. После вскрытия он наклеечка, что он 4 месяца живет на самом деле. Если, в принципе, хранить нормально, то доживет и больше. Но с другой стороны, мне кажется, за 4 месяца 250 миллилитров это вполне можно уделать. Даже если попутно открываете еще какой-то гель, и этот поюзали и поюзали, в шкаф убрали, достали потом. Вполне можно уместить. В общем, за 4 месяца он точно уделается. Ну что, тут небольшое количество геля на губку, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и можно использовать как пену для ванны. Как пену для ванны я его не пользовала, но из этой серии я пользовала другие гели. И в принципе они как пена для ванн хорошо идут. 2-3 колпачка и офигительная пена. Тонизирующий гель для душа. Потом у меня был вообще, оно было в наборе, но коробочку Green Mama стабильно обычно, ну, чаще всего попадает, что коробочка сложенная, собери сам называется, сделай сам. И мне в этот раз попалась именно сложенная коробочка. Вот в одном из обзоров у меня был набор, который мне пришел в подарок, и там действительно это все было в наборе, в коробочке. И, ну, кто смотрел мои обзоры, тот видел. А тут просто сложена такая коробочка, собери сам. А так как я распаковывала это все уже при Женьке, ну, с Женькой мы встретились, потом я к ней поехала, и у нее сидели, я там ей показывала, что у меня тут посылки, то эту коробочку я просто оставила людям, у них частный дом, и просто в печку они ее выкинут. Потому что зачем эта коробочка? Ибо половина набора Маши, половина набора мне. Да, кстати, вот тут тоже был пакетик, я сейчас достала, даже не показывая. В общем, вот этот набор был. Ароматическая ванночка для ног. Ну и набор можно было купить с 30% скидкой. Я единственное не поняла, на весь набор или на один из продуктов. В общем, учитывая, что цены подросли у них прилично, ну и, конечно, не как у Фрошена на парфюмерную воду в 2 раза дороже, но на некоторые продукты довольно прилично подросли, где-то процентов на 50, если не больше. И я считаю, что это не 30% скидка, а частично старая цена. Ароматическая ванночка для ног, яблочный уксус и чайное дерево. В общем, наполнить крышечку пенкой, развести в теплой воде и погрузить ноги до 10 минут. На 5 литров воды рекомендуется использовать 3 крышечки геля. Кстати, состав, ну, в общем, тут специфический. Описание тоже, мне кажется, слегка изменилось, потому что я даже на этой коробочке сложной сегодня сидела, почитала у Женьки, пока ее ждала на терраске. Ну, как-то не то. И то, что у них вот это повышение цен, я понимаю, раньше у них частично делалось во Франции, частично поставлялось из Франции, когда уже в Франции все заглохло. Но сейчас-то это все делается в России, травы растут как бы в России. Я понимаю, что во Франции там у них свое поле, они там это собирают. А если Green Mama заявляет, что мы сами это все делаем, сами разрабатываем, сами собираем, то получается. А иногда отвечают, при этом раньше отвечали на форуме, что вот оно там. Почему у вас крем не такой консистенции, как раньше был? Я вот у вас покупала крем, ну кто-то там писал, помню, просто подобный пример. А у вас теперь другой крем изменился, и цвет, и запах. А потому что трава, она выросла другая. Ну, извините, трава, она и в Африке трава. Если одуванчик там растет в экологически чистом месте, то год от года он и будет одуванчиком, он же цвет не поменяет. В общем, немножко они себе на уме, не буду выражаться немножко. Буду выражаться более-менее легким таким языком. В общем, ну, тоже тут куча химии. Частично не совсем химия. Сделан он вообще, теперь понятно, почему 30% скидка, потому что он сделан в июне 2015 года и сроком он до июля 2017. В принципе, еще срок есть, но смысл тогда делать такие вот скидки,
Потому что раньше у них вот эти наборы были просто подарочный набор. Допустим, купил и подарил кому-то. А если бы это я кому-то хотела дарить? И человек, значит, получает этот набор и видит, что ой, а это сделано год назад. Мне бы было, в принципе, даже на месте, вот если бы мне такое подарили, я бы подумала, что это слегка неуважение. А тут получается слегка неуважение своих клиентов. Вообще, я эту пенку не очень понимаю. Я несколько раз в свое время заказывала, пользовала. Я не поняла ее прикола, но Машиной маме нравится. Тут 250 мл. Тоже после вскрытия 4 дня, 4 месяца хранится. Хотя вот тут наклейка, я бы, конечно, отодрала и чисто посмотреть, что до этого было написано, но я на этом не буду, просто потом посмотрю на апельсинки. Ну и запчасть вторая. Так, до какого она у нас тут? Тут даже не сказано, когда она сделана, и слегка он грязненький вот здесь. Что тоже в минус Green Mamy. А вообще что, я им писала, у них есть, кстати, вот на кстати, кто-нибудь в комментах был, что я завистливая, все такое. Я им 6 лет с ними в плане покупателя сотрудничаю. И считаю, что это, в принципе, ну, как-то объективное мнение у меня уже вполне может быть. У них там есть какая-то тема, что типа, если вы бьюти-блогер, напишите нам, то все, 5-10, мы вам будем высылать косметику в подарок. Мне, в принципе, косметика в подарок не нужна, я вполне нормально покупаю, но у меня неплохие отзывы на нее всегда были, я всегда нормально, адекватно оставляла. Меня, конечно, проигнорили, ну и после моего письма на мыло стали постить кого-то там совершенно лево. Мне кажется, у них как конкурсы были в свое время для своих, так же, как и это. Ну, суть такая, что раз уж они не восприняли меня как адекватного покупателя с адекватными отзывами на их продукцию, то я вполне могу выразить свое нелебезящее мнение. В общем, вот здесь вот. Не особо чистый такой тюбичек. То ли что-то было наклеено, то ли что-то тут стирали. После вскрытия живет 6 месяцев, 100 мл. Это у нас скраб для ног, тысячелетник и вулканическая пенза. Отшелушивающий крем. На самом деле он, в принципе, неплохой. Хотя я скрабы тогда для ног не очень понимаю, потому что сколько ни три, что-то оно как-то ни туда, ни сюда. Раньше на нем было написано, что надо помассировать чуть ли не 5 минут. Честно, у меня не хватает духу, сил, времени или вообще что-то терпения 5 минут каждую ногу массировать. Это одну ногу 5 минут, вторую ногу 5 минут. Наверное, все-таки лентяйка. Да, вот тут вот это все изменилось. Дизайн-то вроде бы все тот же, но вот информация сзади как-то другая. Сроком он до февраля 2017 года, то бишь понимаете, что он тоже как-то уже не первой свежести сделан. Ну и тут, в принципе, крышечка откручивается, и да, фольга. Пока вы его не вскроете, для вас его никто не вскроет, как они в свое время говорили. Ну и что тут, распарить ноги в горячей воде, на влажные ступни нанести скраб в течение 5 минут, раньше 5 минут было циферкой 5, 5 минут массировать, затем смыть прохладной водой, идеально сочетается с кремом для ног серии Формула Тайги. Рекомендовано для грубевших участков кожи, локти, ступни, колени. При этом он как бы для ног базируется, да? Не знаю насчет локти и колени, но для ступни, в принципе, он ничего такой. И опять же, вот то, что я говорила про травы, которые растут в России. Целебные свойства тысячелистника хорошо известны в России. Ну, тысячелистник, он растет в России. Я думаю, наверное, не только в России, но если вы русская косметика и собираете там, все, и давно уже не выпускаетесь во Франции, то суть поднимать цены. В принципе, у них в свое время из-за этого, я так подозреваю, много клиентов потерялось. Именно из-за онлайнового магазина, даже судя по циферкам заказа. Вот тут очередной. Это шампунь-кондиционер, как раз он мне пришел в подарок. Я сейчас таким пользуюсь. Я его пыталась использовать вместе с бальзамом, который специально я заказывала. Но я поняла, что все-таки шампунь-кондиционер и бальзам вместе, это не совсем тот эффект. Волосы слегка грязноватые получаются, когда их уже помоешь, и они высохнут. А после этого волосы скрипят даже. Все такое нормальное. Поэтому бальзамы я решила оставить на тот случай, когда в паре бальзам-шампунь, бальзам заканчивается быстрее, чем шампунь. Так, что там у нас со временем? Тут треплюсь. Ну, еще что-то есть. Так, ну он тоже тут заклеен скотчиком. Шампунь-кондиционер.
Но тут заранее сказано, что все подарки сроком до августа 2016 года, сделан 29-го, даже число стоит 07-го 2014-го. Нанести на влажные волосы, нежно помассировать, тщательно смыть водой. В общем, эта серия у нас вообще Денис Озорнин. Ну и она, насколько я помню, позиционировалась как более дешевая серия Green Mama и, соответственно, более химическая. Ну, тут, в принципе, вся эта химия, химия, химия. Дальше экстракт лопуха, кедра, шиповника. Чего-то такое, то, что обычно везде кладут, даже выван, потом ароматизатор. Ну, в принципе, и рапсовое масло. В принципе, тут более-менее, как минимум, три живых существа присутствуют. То бишь лопух, кедр, шиповник. Тоже после вскрытия 4 месяца хранится. Кстати, я сейчас постараюсь попробовать содрать. Мне просто интересно, зачем они вот эту сейчас полосу суют. Ну ладно, это старая упаковка. Тогда еще, возможно, не было этого нашего союза таможенного, когда они этих упаковок наделали. Но иногда наклеивают наклейку, вот смотришь, а информация-то, в принципе, та же самая, что и была. Так, не судьба мне это отклеить, отодрать, ну да ладно. В общем, тут солнечные фильтры. В общем, шампунь против выгорания волос, будем так говорить. Без всяких загрузов. Так, это у меня тоже подарок. Раньше, кстати, такое молочко было 100-миллилитровое. А еще у них был шикарный гель для душа после принятия солнечных ванн. Он мне очень нравился. И по ощущениям и консистенции состава вообще он был похож на мяту, которая у них есть вот из этой же серии. Ну, по типу как этот, только был мята и, кажется, эвкалипт. И вот был вот такой же гель для душа в таких же тюбиках. Но что-то в этом году его нету. Не знаю, может, у них больше не будут выпускаться. Тут, кстати, после открытия живет 6 месяцев. Это у нас увлажняющее молочко после загара. Забота после солнечного стресса. Загар ловный, красивый. Тоже Денис Озорнин и серия «Солнечный круг». Да, какого он у нас? А, ну да, он до августа 2016-го тоже. Когда сделан, мы это уже не узнаем. Ну, тут из натурального, что у нас? Экстракты зеленого чая, черри дым, миндальное масло, эфирное масло лаванды, эфирное масло перечной мяты, экстракт коры дуба, ну и, соответственно, еще кунжутное масло, если я его до этого не произносила, вот что увидела. Вот это даже более натуральный, чем какое-нибудь другое средство Green Mama, мне кажется. Ну, учитывая, сколько тут всего намешано этого натурального. Ну да, тут еще глицерин, пантенол и витамин Е. Кстати, да, он тут тоже зафольгированный. И крышечка снимается. Ну, что, в принципе, мне больше нравится, когда крышечка снимается. Потому что если совсем чуть-чуть осталось, то можно хотя бы выдавить. И легко довольно открывается. У них одно время было, что фиг откроешь эту крышечку, и приходилось откручивать. Ну и последняя часть заказа, это вот именно заказ. Это на них, кстати, была скидка. Вот этот гель у меня обошелся 250 рублей, да. Набор там он сам по себе был со скидкой. Но гель без скидки стоит почти 300 рублей, может, 296 или 297, как-то так. На эти была тоже небольшая скидка. Сами по себе они стоят 129 рублей каждый, но они шли по 100 рублей. Мне просто этот бальзам понравился, и я думала, что он будет очень густой, и фиг его выдавишь. На самом деле он оказался довольно такой, не то чтобы совсем уж жидкий, но вполне меняемой консистенции, и можно спокойно выдавить его и нанести на волосы, соответственно. В общем, сделано это тоже в июне 2015 года и сроком до июля 2017. После вскрытия хранить 4 месяца бальзам для волос SPF 03. Ну, нанести на 1-2 минуты или для большего эффекта на 10-15 минут. Что, в принципе, можно равносильно маске, я думаю, что вполне нормально. То у меня уже, наверное, будет 4 таких бальзама. Один я сейчас частично пользую, и 2 у меня сейчас я заказала. Плюс еще, я не помню, последнем заказе, который мне придет по баллам программы, которая тоже уже снимается, накопительный бонус.
Будет у меня там такое счастье или нет, но бальзам мне очень нравится, в принципе, я его советую. Да, тоже сделан, в принципе, вот так же в июне 2015 года, но одинаковые. И объем 250 мл. В принципе, если кому-то нравится и не напрягает, что шампунь, кондиционер плюс бальзам для волос все вместе, то можно пользоваться вместе. Но я считаю, что все-таки бальзам для волос лучше пользоваться каким-нибудь другим шампунем, пусть даже он и не босс, он защитным. В общем, вот такой у меня был обзор. Если вам было интересно это бла-бла-бла-бла-бла видео, то я рада. А, ну да, и оплачивала я это бонусом за красоту. В общем, сам заказ у меня вышел на 787 рублей, 265 рублей доставка и 370 рублей у меня был бонус. Вот такие дела. Если вам было интересно это видео, то я очень рада. Если вы досмотрели до конца, то я рада вдвойне. Ну и до новых встреч, пока!